стараешься аккуратно все проезжать и нигде не застревать. Здесь также высоко не подлетаем. И я также рекомендую, чтобы вы не зажимали педаль ускорения и не ловили турбо, потому что на начальных этапах, потому что можно просто провалиться под воду. Перед приземлением мы, естественно, зажимаем педаль тормоза, чтобы тоже не уйти под воду. Все это мы делали неоднократно в предыдущих ивентах. Итак, скоро будет отметка, где мы должны будем зажать педаль ускорения. Приблизительно здесь, на 750 метров. Мы зажимаем педаль ускорения и не отпускаем до тех пор, пока не сработает турбо и не залетим наверх. Как только касаемся здесь, выпускаем немного амортизатор и ловим УПП. И если нас хорошо выбрасывает, мы можем пролететь через верх. Но мы приземляемся здесь, так как скорости полета было недостаточно. И здесь также, когда мы ловим УПП и выпускаем заранее амортизаторы, мы стараемся не задирать нос джипа и не улетать вверх, потому что мы просто затем потеряем скорость. Стараемся здесь ее также не терять. Распрыгиваемся. И помним про отметку в 370 метров, потому что там будет подъем, и нужно хорошенько перед ним оттолкнуться. Ну, не совсем удачно получилось, но в принципе неплохо. В принципе неплохо, ребят. Друзья, на этом все. Благодарю всех за внимание, за уделенное время и за просмотр. А также обязательно рекомендую вам принять участие в моем конкурсе, о котором я рассказал в начале видео. Возможно, удача улыбнется именно вам. До новых встреч, друзья, через неделю. Всего доброго и пока.